Всем привет! В этом видео поговорим о том, как ограничить целевую версию Windows 10 или Windows 11, то есть обновление Windows 10 до следующей версии, например, там с 21H1 до 21H2 или до Windows 11 с Windows 10, и отключить обновление Windows 11 до следующих версий с помощью простой бесплатной программы InControl. Смотрите, если мы используем эту программу, то у нас версия Windows будет оставаться та же самая, то есть обновления компонентов приходить не будут. При этом обычные обновления, накопительные обновления безопасности и так далее будут приходить. Итак, саму программу можно скачать с этого сайта, ссылку я дам в описании под видео, то есть заходим сюда, здесь кнопочка Download Now, скачали, после этого запускаем программу, она у меня загружена здесь в виртуальной машине, запустили. И, собственно, интерфейс у нее крайне простой. Смотрите, здесь у нас отображается текущая версия системы. То есть, например, у меня указана версия Windows 11, релиз 21H2. Если я хочу, чтобы всегда моя Windows 11 оставалась на этой версии, даже после прекращения поддержки, я просто нажимаю Take Control. И, собственно, все, программу закрываю, и после вот этой версии, то есть принудительно, моя версия Windows 11 обновляться не будет до более новых версий, при этом, как я уже сказал, обычные обновления будут приходить. Если мне захочется изменить этот параметр, я нажимаю Release Control, и, например, я хочу сделать так, чтобы до 22H2 у меня система обновилась, а после этого перестала, то есть я ввел Take Control, и здесь оставляю, закрываю программу, и это у меня будет целевая версия. То же самое, если у вас десятка, то здесь у вас будет версия 10, потом релиз какой-то определенный, вы задаете целевой релиз, нажимаете Take Control, и у вас, соответственно, всегда остается Windows 10 этой версии, до Windows 11 она автоматически обновляться не будет. И, в общем-то, на этом все. Спасибо за внимание, удачи, возможно, кому-то будет полезно.